Ребята, всем привет! Сегодня будем делать навашку в духовом шкафу. Я ее сейчас замариную простейшим, как обычно, маринадиком. Соль, перчик, ну, приправку тут какую нашли для рыбки. И майонез. Замаринуем, она у нас немножко промаринуется. И будем раскладывать на противень и в духовой шкаф. Сверху положим лучка, который предварительно тоже замаринуем в соевом соусе. Ну, должно получиться хорошо, я думаю. Потом на противень ее выкладываем без всяких рукавов, без ничего. Просто выкладываем на противень и жарим. Это острый перчик наш, выращенный на даче. Пускай тоже для остроты. Все, немножко подсолили перчик. Сейчас размешаем с приправкой, а потом добавлю майонез. Рыба сочная. Это наша любимая рыбка. Она не костлявая. И нежная, и полезная очень. Налага питательная. Вот так вот сейчас ее замаринуем. Постоит. Ребят, рыбка у нас промариновалась. Сейчас мы будем ее выкладывать на противень. Предварительно выложил я пергамент, чтобы не пригорало. И слегка смажу, сейчас его капну маслицем. Слегка помажу. Так вот. Выкладываем слой лука на дно противня. Вот так вот, чтобы она потом соком пропиталась вся у нас рыбка. С укропчиком, лук с укропчиком. И сверху ложим нашу навашку. Оставшийся маринадик поливаем сверху. Сочнее будет. И выкладываем оставшийся лучок сверху, еще слой на рыбку. Все готово. Греем духовой шкаф. Духовой шкаф у нас прогревается. Выставляем 180 градусов. Ну и будем запекать 30 минут. У нас осталась картошечка вареная. Решили добавить ее к рыбке. На противень выложили. Она сейчас запечется и, думаю, неплохо получится. В общем, импровизируем. Шкаф у нас прогрелся. И отправляем наш противенечек с рыбкой и с картошечкой в шкафчик. За 3 минуты, ребят, до окончания приготовления мы сейчас посыпем ее тертым сыром. Вот такая красота получилась, ребят. Смотрите, все у нас пропеклось. Рыбка даже начала разваливаться, потому что у нас видно.